Прошу вас, друзья, давайте. Есть! Еще! Итак, решайте, кто выпивает этот стакан. Вы знаете, между прочим, есть действительно международный чемпионат по бирпонгу. Это не шутка, кому интересно, посмотрите в интернете, там люди прям годами тренируются не выпивать. Ну, в смысле выигрывать, понимаете? Итак, есть, да? Итак, ваша очередь, поехали. Мимо. Мимо. Собственно, ваша очередь, друзья мои. Мимо. И еще один мимо. А давайте, ваша очередь, прошу вас. Что вот такое, пивной пинг-понг. Кто попадает, мимо. Соперник пьет. Ну вот пока никто не пьет, потому что никто не попадает. Очередь. Так, ждем, пока кто-нибудь попадет. Есть! Ура! Бокальчику, пожалуйста! Ура! И они выпивают этот стакан. Я могу ошибаться, но с вашего позволения оставлю участие в конце. Вам спасибо огромное. Простите, естественно, вам придется жахнуть по пивному, но сделать это не просто так, а сделать это на скорости, естественно. Кто выпивает быстрее, тот и получает корону короля данного фестиваля. Раз, два, три! Все. Хмельной король, на ней написано, все по-честному, все как надо. Вот, человек в образе, это замечательно. Вам вот такую замечательную, конечно же. Душа напалать. Есть вариант? Готовы? Слушаем внимательно. Мой имидж – это вечная весна. Пробуждение. Пробуждение нового вина. Пробуждение нового сезона. Если говорить про платье, это о том, что я женщина. Если говорить про передник, это о том, что я хорошая хозяйка. Если говорить про мои ботинки, это о том, что я готова со своим мужчиной покорять все вершины и быть ему верной спутницей. А слушаю ваше представление вашего наряда. А я хотела бы немножко напомнить историю этого праздника. Почему мы здесь сегодня все собрались? Дело в том, что 12 октября 1810 года состоялось венчание принцессы Терезии и ее мужа, короля, соответственно. Она стала королевой. Так что мы сегодня собрались отпраздновать праздник Октоберфест. А представление вас, пожалуйста. Мой наряд Дирндли – это национальный наряд немецких, ирландских поселений. Я очень люблю пиво, я очень люблю этот праздник. Я бы этим не гордилась. Так, кто считает, что победить должна девушка, которая была номер один? Девушка Весна, ваши аплодисменты. Хорошо, хорошо. Готово. Кто за девушку номер два, ваши аплодисменты? Это все потому, что она много знает о вине, да, я так понимаю? Хорошо, кто за девушку номер три? Кто за девушку номер четыре? Давайте я, можно секундочку, я шляпу заберу вас на секундочку, чтобы вот так вот красиво. Это прям вообще самый, наверное, шикарный чат.